Всем привет! Кино проигрывает футболу. Суммарная выручка кинотеатров во второй уикенд на фоне чемпионата мира по футболу составила всего 550 миллионов рублей. Первое место по-прежнему удерживает «Суперсемейка 2», хотя кассовые сборы мультфильма упали во вторые выходные на 49%. Криминальная комедия «8 подруг Оушена», занимавшая первую строчку рейтинга в четверг и пятницу, все же отстала и разместилась на втором месте. Потери мира юрского периода 2 составили 56%, но позволили блокбастеру остаться в тройке лидеров. Четвертое место в топе заняла отечественная комедия «Ночная смена». На этой неделе в кинотеатрах в основном боевики и забавные комедии. О премьерах подробнее. На протяжении 30 лет в течение каждого мая пятеро друзей играют в салочки. Правила просты – догнать и сообщить. Ты водишь в любой момент, хоть в ресторане, хоть в душе. Терять бдительность нельзя. За эти годы водили уже все, кроме одного. И у него в этот месяц свадьба. Кто-нибудь расскажет, что происходит? Мы с друзьями играем в эту игру уже 30 лет. Что? Каждый год, весь май, мы играем в эту игру. Ты водишь как нечестно! Тебя могут осалить в любой момент. Поздравляю, чувак. Ты водишь? Тусяна. Наш приятель Джерри лучший из нас, но он хочет завязать. Никогда не проигрывал. Не хвастаюсь. Кто водит? В этом году мы поймаем Джерри. Сверим часы? Я не умею сверить часы. А я вообще их не ношу. Время — это сложно. Одни ездят в круизы, другие в походы, третьи зависают в барах, устраивают настоящий разврат. Ну, а мы любим салочки. Это наше все. Очевидно, что эта игра вас сдружила. Здоров. Рад тебя видеть. Давненько мы с вами не собирались. Это гораздо больше, чем просто игра. Благодаря ей мы есть друг у друга. Уверен, твой отец очень хотел, чтобы ты водил. Вот дерьмо! Пошел на задницу? Замороженным. Что? У меня непереносимость лактозы. Знает, издевается. На очереди фэнтези «Милота для детей». Джим Пуговка и машинист Лукас отправляются в далекое путешествие на поезде-вездеходе. А по пути решают заехать в город драконов, чтобы спасти принцессу. Джим Пуговка и машинист Лукас – отличный семейный мультфильм для просмотра на каникулах. Маркер 6+. Держись крепко! Наверное, это мандала. Мы, машинисты из другой страны, хотим поговорить с вашим королем. Идите за мной. Как думаешь, Джим, нам идти? Конечно, он так любезно просит. Принцесса Лиси, меня похитили 13 лютых. Кто-то же должен ее спасти. Джим, держись! Лукас, беги! Я вам ничего не сделаю! Меня зовут Тур-Тур. Я только кажусь великаном. Настоящий дракон должен быть очень страшным. Примерно таким. Хватит. Ты страшный. Правда? Ты кто такой? Джим Пуговка. Я пришел, чтобы спасти принцессу Лиси. На больших экранах продолжение истории о безобразных методах ведения борьбы с наркокартелями на границе с Мексикой. Дени Вильнёв, режиссер первой картины, поделился впечатлениями после сеанса. Посмотрев фильм, я могу с гордостью заявить, что Стефано Салима сделал мастерское, внушительное и мощное продолжение. Превосходное кино. Цитата. В главной роли Бенисио Дель Торо. Смотрим трейлер. Президент внесет наркокартели в список террористических организаций. Хотите пойти до конца? Придется испачкать руки. Так мы вас затем и пригласили. Ты нам поможешь начать войну. С кем? Со всеми. На этот раз никаких правил.
Ты должен был начать войну между мексиканскими наркокартелями, а не с мексиканским правительством. Девчонка присутствовала при выполнении задания? Так точно. Мы рискуем, если она попадет не в те руки. Избавься от нее. Я этого не сделаю. Не ставь меня перед таким выбором. Ничего не поделаешь. Мне нужна штурмовая группа, два вертолета, ударные дроны. Где переворот? В Мексике. У тебя нет причин мне доверять. Но только так ты сможешь уцелеть. Удачи. По эту сторону границы она не живет. Молодые звезды Голливуда Шейлин Вудли и Сэм Клафлин в драме, основанной на реальных событиях. Влюбленная пара отправляется в долгий романтический переход на яхте через Тихий океан. По пути их настигает буря с огромнейшими волнами. В результате происшествия мужчина парализован, а его возлюбленная должна вывести яхту к цивилизации, полагаясь только на свои силы. Смотрим трейлер. И вы собираетесь пройти на яхте до самой Калифорнии? Что скажешь? Думаю, 4000 миль – полное безумие. Без тебя я никуда не поплыву. Сделаем это вместе. Счастливого пути, голубки! Ураган Реймонд неожиданно поменял направление. Уровень опасности повысился до 5-й категории. Все нормально. Я люблю тебя! Держись! Ричард! Все будет хорошо. Я о тебе позабочусь. Мы в тысячах миль от суши. Самолеты здесь не летают. Радиус поиска почти 1500 квадратных миль. Иголка в бескрайнем стоге сена. Ответьте кто-нибудь! Спасите! У меня сломаны ребра. Не могу пошевелиться. Я обуза для тебя. Надо взять курс на Гавайи. Это как стрелять по движущейся мишени с 2000 миль. Если промахнешься... Нам не спастись. Я не смогу. Ты сможешь все, что захочешь. Избороздил полмира, чтобы встретиться с тобой. Мы спасемся. Во власти стихии. Вы смотрели афишу кино. Увидимся в кинотеатрах города.